вот это может быть, что света нету, да. Есть там ураганы где-то на югах, а он тоже плеснулся на югах. Ну, он пиндош и смерч. Не, ну извини, такие перепады температур, конечно, образуются, и град, и смерч, и все, что какая хочешь, нормально. Да, сегодня дождь был днём. Фронта сталкиваются там. В какой-то момент. Да, это уже было. О нем уже... Восьмое. Ну, просто ну, дело не в этом, а дело в том, что вот эта вся хуйня, как бы пип, понял, вот этих тех, ну, непонятностей. Короче, в августе будет реально смерть прямо у нас. Ну. Ну. Цунами с Дона пойдет. Да Дона, блядь, уже обмелел там. Такое-то, что как бы это сейчас еще, ну, репетиция. Смерть, вот эти даже. Репетиция аппарата нет. А когда они начнут расходиться, начнется самая жара, да. В конце августа или ну все. Ну, короче, в августе будет нормально. Это ну, случится, короче. Интересно, скипники. Да и никто не хочет никуда уходить. Кто с гранатой? Мы всегда с гранатой нормально. Пусть они уходят. Это, блядь, обман элитии. Как знаешь, каждому свое, блядь. Вот эти вот все, ну, присказки, это хуйня для лохов, блядь. Ты какую, РГДху или F1 предпочитаешь? Какой? Из банка. F1 или RGB? Он выбирает. Быстрее. Как он всю жизнь не работает? На камеру. Да вон снимай, еще один собирается. Еще один? Вон заворачивай, видишь? Ага, да, да, да. Дождик пошел. Все, к берегу вплотную уже подошел. Сейчас пойдет на берег. Офигеть. Вот еще один собирается. И еще вроде как малюсенький такой, что-то пытается.